Сейчас мы находимся, могли углубить отношения сотрудничества. Как разговаривали, вот просите остров, остров. А говорит, нам, мы здесь жить бы не стали. И дети дружили наши с ними, ну, как вот мы были пацаны. И жизнь уже такая наладилась. Нет места, а то пушки, танк и помой. Туалеты до сих пор, все жильцы спрашивали так. Вот так. Так оно идет. На основании чего вдруг они будут возвращены, я, например, не вижу. Нам сдались. Все, пожалуйста, живите, работайте.